очень приятно, когда большой труд заканчивается. Такое прям моральное удовлетворение. Честно говоря, у меня в Черноморске это первый такой заказ. Большой. Надеюсь, не последний. И очень заказчица приятная. Хотелось бы побольше таких заказов. Тут двое бус. Это чешский хрусталь. Ну и просто стеклянные. Я бы, конечно, заказала бы еще чешского хрусталя и сделала бы из него одного бусы. Ну вот ей захотелось так. Я и сделала вот так. Вот такие вот бусы. Она просила оставить ей замочек. Я оставляю замочки. Фурнитуру девушка любит темную. Под золото она не любит. Поэтому вот мы. Выходим, короче, из положения. И вот такие бусы. Это какие-то семена. Не знаю, что это. Покрашенные в голубой цвет. Вот я добавила имитацию жемчуга. Вот еще такие бусинки были. Вот, и сделала ей вот такие вот бусы. Хочу сказать, что такой летний вариант очень даже приличный. Остались еще такие бусины. Надо, я у нее спрошу, нужен ли ей браслет такой. А то сделаю браслет. Ой. Руки, кошмар. Только с цемента пришла. С цементом работала. Вот. Вот. Ну и вот к бусам голубым браслет такой. Вот такой браслетик я сделала из той ниточки, которая была. Ну, собственно говоря, вот заказчице понравились как раз такие браслеты. Ну, вот она увидела в магазине, у меня там сдано. Увидела, ей понравилось. И она решила заказать мне сделать. Ну, тут фурнитура бронза, собственно. Что тут? Работа просто очень такая мелкая и долгая. Вот. Аметиста было немножко. Я добавила еще свои крошки. Тоже такой браслетик. Так что вот так. Пока-пока, мои дорогие.